В поселке Шахово прошел 5-й открытый городской спортивно-туристический слет. В этом году в нем приняло участие 8 команд высших учебных заведений и трудовых коллективов. Костры, палатки, прекрасная атмосфера – все необходимые атрибуты слета были налицо. Двухдневная программа по традиции насыщена и в этот раз была подчинена единой тематике. Это действительно практически чисто спортивный и туристический, то есть все виды спорта и традиционные, нетрадиционные, такой необычный, так скажем, для города Орла. Это лазерный бой, баскетбол, баскетбольное кольцо, волейбол, пляжный волейбол, традиционные для слетов – это дарцатлон, футбол, мини-футбол. То есть постарались, естественно, спортивный уклон сделать слета, но вместе с тем тематика слета – это Олимпиада в Сочи. Творческий конкурс участники попытались вложить в рамки спортивной темы, и от этого он получился необычайно веселым и оригинальным. Дискотека и салют венчали первый день туристического слета. Призеры стали известны еще за несколько конкурсов до окончания. Это студенты Госуниверситета, ставшие победителями второй год подряд, Аграрный университет и Северсталь-Метиз.